Всем салют, дорогие друзья, с вами Владимир, канал «Китай стал ближе», и вот опять я после долгосрочного отсутствия решил возобновить и продолжить свое начинание. Итак, сегодня пришли две посылки, две посылочки пришли на имя жены, и давайте откроем, посмотрим, что же у нас пришло. Как всегда, посылки, которые заказывает жена, я не знаю, что там, примерно догадываюсь. Здесь какие-то шарики, здесь какая-то фигня. Давайте откроем и посмотрим. Значит, вот эта посылочка оценивается в $1. Трек номер отслеживался. Вообще, насколько я слышал, сейчас Почта России заключила какой-то договор там, то ли с AliExpress, то ли вообще с китайскими поставщиками, чтобы все посылки отслеживались. Из-за этого и на многих товарах появилась плата за доставку. Но некоторые продавцы все равно держат марку и делают бесплатную доставку. Ну что ж, давайте откроем, посмотрим, узнаем, что же нам пришло. Посылка шла 3 недели. Успели мы до 11.11 до распродаж. И открываем. Опа! Что тут у нас такое интересное? Здесь у нас какая-то сумочка или что-то подобное. Сразу резко запахло Китаем. То ли от этого запаха отвыкнуть невозможно. От этого запаха отвыкнуть невозможно. И это, по-моему, термосумка. Заказывала супруга термосумку. Вот здесь имеется карманчик. И посмотрим, что же внутри дальше. А внутри у нее вот такая фольга с поролончиком. Вот такая вот термосумочка довольно-таки большого объема. Взяли ее для того, чтобы, я так предполагаю, носить ребенку кашу в ней, но она довольно-таки объемная, и реально здесь влезет банок 6 пива. Так что можно брать с собой на речку пиво или квас, и оно не нагреется. Такая вот термосумочка, ссылочка на эту сумочку будет под видео в описании, можете зайти и посмотреть, как прошито. Прошито, я вам скажу, все хорошо. Вот здесь вот чуть-чуть торчат ниточки. А в остальном прошито идеально. Запах, конечно, присутствует, но сделано, я так смотрю, на совесть. Лямочки довольно-таки крепкие. Внутри тоже все сделано крепко, так, довольно-таки серьезно. Да, ну, сделано по принципу, просто внутрь вставлена фольга. Внутрь вставлена фольга, и, в принципе, вот и вся термосумочка. Вот такая вот недорогая вещичка. Ссылочка будет в описании, ссылочка будет в группе. А мы приступим ко второй посылочке. Ко второй посылочке и посмотрим, что же здесь пришло. Посылка также отслеживалась по трек-коду. Оценена она в $5. И здесь какие-то шарики. Давайте откроем, посмотрим. Я предполагаю, что это шарики для манежа. Купили мы ему манежик. Давно покупали, по-моему, распаковка была на канале, если не была, то она отснята и на камере, просто действительно некогда заниматься. Значит, вот такие шарики, пакет пустой, такие шарики укладываются в манеж, вот здесь, если я не ошибаюсь, 25 штук шариков. Шарики попахивают пластмассой, но не сильно. И вот эти шарики насыпаются в манеж, и ребенок должен в них играть. Но в реальности манеж там довольно-таки большой. Он не крепкий, ничего. Такая конструкция из проволоки, обтянутая целлофаном. Но если набить шариками его, будет довольно-таки интересно. Но в такой манеж, я не знаю, таких шариков надо, если здесь 25, то туда надо, наверное, 1500-2. Потому что, на самом деле, манеж очень большой. И сколько туда этих шариков влезет? Шарики мягкие, накачаны воздухом они. Вот я его сжимаю, воздух не выходит. Шарики плотные. Не знаю, как насчет зубов, выдержат зубы или не выдержат.
упакован вот в такой вот он, такую вот сеточку. Если наполнять полностью такой манеж, наверное, получится дороговато. Ну, не знаю, что решит супруга. Наполнять, значит, наполнять, не наполнять, значит, не наполнять. Но шарики довольно-таки хорошие, легкие и прочные. Потому что, сжимая я его, он... О! Все-таки один лопнул. Насчет прочности я погорячился. Один лопнул, и причем не сильно я его сжимал. И, похоже, он где-то на шве дал течь. Ну, тогда с остальными не буду экспериментировать. Ссылочку на эти шарики я оставлю под описанием. Также под описанием оставлю ссылочку на этот манежик. Кому интересно, может заглянуть. Если найду видео на камере, а здесь много на камере необработанного видео, выложу и на манеж видео. А сейчас я с вами прощаюсь. Все ссылки будут под описанием. Переходите, смотрите, кому интересно, приобретайте. А с вами был канал «Китай стал ближе», я Владимир, и всем пока, до новых встреч, друзья. Подписывайтесь на канал, переходите в группу ВКонтакте и пишите, кто что хочет увидеть.